друзья, вы готовы слушать вторую сторону этой кассеты? Готовы! Для вас работают те, кого вы уже знаете, те, которых вы уже любите. Студия «Визит» и дискотека «Люкс» — вот все самое необходимое для развития вашего музыкального кругозора. Слушайте и наслаждайтесь второй частью музыкального приложения к программе «Дисковояж». Итак, поехали! Oh, I see the iron, iron, what you
do. I am. Get up, get up, get up, get up. Your love is on your mind.
Так, Арзу, ты вроде говорил, что вы с группой «Ритм любви» ездили за рубеж. Ну рассказывай, поделись со мной своими впечатлениями о западной жизни. Ну что хочу сказать, Сергей. Там, короче, у них все не как у нас. Там свобода, жизнь райская. А ну, приехали мы туда.
первоклассный отель. Девочки, да, коктейль, класс. В общем, видеосалоны, видеоаппаратура. Да. Попались мне там друзья в отеле. Тоже они с Англии. Я тебе завидую. Вот. Короче, угостили меня наркотиком. Я, в общем, как кокаинчику-то ахнул, сразу вошел в норму. Покатались мы немножко на машинках там, покрутились, с девочками познакомились и пошли на дискотеку. Как всегда. Да, вечер. Но... на дискотеку. Там свет, кругом секс. Да. Ты представляешь, секс, у меня глаза из орбит вылезли. Короче, погулял я там класс, ни сказки сказать, ни пером описать. В общем, на обратном пути подают мне Мерседес. Да, Мерседес. Я сажусь и вдруг гляжу, за рулем сидит, кто бы ты думал. Ой, я не могу себе представить. Девушка полностью обнаженная. Да ну. Я подумал, это шутка в их стиле. Но она мне говорит: No problem, boy, American surprise. Голый бат на память. Арзу, ты вроде бы заговорился, нас не пропустит худсовет. Какой худсовет? Слушай-ка, если рассказать... Ой, Арзу, тебя... Арзу, давай потом. А давай сейчас лучше песенку споем. Ну давай, ладно. В стиле Modern Talking. О. Снова дискотека Юг всех зовет. Снова дискотека Юг, народ идет. Чтоб немного отдохнуть, ты спешишь к себе найти уют. Вот наш рэп, модный звук, ты танцуй и делай шире круг. Ты танцуй, милый друг, в окружении красивых, милых и красивых подруг. Вот наш рэп, модный звук, ты танцуй, делай шире круг. Ты танцуй, милый друг, в окружении красивых подруг. Ты танцуй, веселей, приглашает парень диджей. Диджей, не робей, знаем мы, что все у нас окей. Все окей. Ой, визит, для вас это поздний час. Визит, о, дисколюк. Я так, для вас. Мы танцуем, мы не горюем. Thank you.
immobilize and let me hold you so tight. The night is yours and mine. You're looking fine just tonight. Whoa. One in a million. Whoa. One in a million. You are all of my love. You are everything for me. You are one in a million. I'll be your loving doctor of the night.
Чун говорит, и Сергей. Не знаю. Я не понял. А... Чудак какой-то. Ну ладно, пускай говорит, а мы поговорим о Modern Talking, который мы только что слушали. Конечно, эта группа вечная звезда в океане музыки. Жаль, конечно, что у участников этой группы разошлись пути. Нам остается следующую звезду назвать. О, как бы это вам только не соврать. Клара Мюллер или Сиси Кейдж? А может лучше блинчик испечь? Каламбур дискотеки Люмин. Да, Сиси Кейдж, 5 альбомов были вещи. А шестой опять волна. Пусть и популярная она, но не прозвучала. Не прозвучала, это я вам говорю. И сейчас мы хотим вам предложить шестой хит, сборник третьего альбома. Арзу, у тебя все дома? Да, у меня-то все дома. Итак, Сиси Кейдж из третьего альбома. Который обрел огромную популярность и стал вершиной музыкального творчества Сиси Кейдж. Сиси Кейдж, 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 Кейдж. There is no evidence of malfunction. Captain! Captain! Captain!
Нам назвать наш адрес просто. Он таков, в студии визит, нет дураков. Город Ярославль, улица Свободы. Это улица у нас Невзгоды. Дом 27, номер простой. Эй, гражданин, оглянись, постой. Студия визит, изменит твой вид. Студия визит, запись кредит. Обычный телефон в студии есть. Номер телефона 22-16-26. Позвони скорее, мы ждем тебя. Итак, до свидания, друзья. Итак, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. С вами прощается Арзу Гасанов и Сергей Паунов. До свидания, до свидания, до свидания. Да, самое главное, забыл. За пультом также работали звукорежиссеры Валерий Пестриков и Константин Кошлаков. Они вам шлют также огромный привет. И мы надеемся, что мы скоро с вами увидимся вновь. Привет.